Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы с вами снова в World of Warcraft. И остановились мы с вами на том, что получили наконец-то 80-й заветный уровень, а также прибыли в Агримар. Для того, чтобы получить какие-либо дальнейшие распоряжения. Так, что у нас вообще по подземельям здесь? Конкретное подземелье. Ага. Так, нет. Тогда случайное подземелье катаклизм. Поехали. О, как. Улетаем. Ничего себе, всегда так, друзья. Ага, ясно. Меня, короче, закинуло куда-то. Куда-то, где уже идет бой. Так, а ну. Если они здесь есть, конечно. Это беру. Блин. Ну ладно. Мне нужна цель. Так, что тут у нас? А я вроде что-то там получил, да? Шлем 24-37. Не, мой шлем получше. Ладно, давайте хотя бы изучим, где мы и что мы, что мы тут делаем. Так, пещеры Черной горы. Ходят слухи, что Смертокрыл сам построил подземный лабиринт, соединяющий Хиджал с Черной горой. Что бы то ни было, теперь с этими туннелями пользуются сектанты Сумеречного Молота для переправки элементалей и пещеры Черной горы. Важный переправочный пункт этой зловещей транспортной системы. Именно здесь проводятся самые отвратительные эксперименты. Ага. Так. Это все интересно. А что по добыче? О, янтарный лук здесь. Неплохо с кого? Похоже, с ласта. Интересненько. Давай, как вернуться, ёпта. Ага. Оу. Ладно. Так, палец. У меня нет цели. Что еще? Голова. Ух, слушайте, да мне сюда ходить не переходить. Очень много добротного шмота для меня. И куда он? Короче, решил перепрыгнуть босса. Сало. Так, ну чё там? Ага, мы ждали. Элементалей, понятно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Главное, босса не заспавнить еще. Ну, в смысле, не заспавнить, а не сагрить. Так, и, наверное, вот эту штукенцию я отключу. Испытай, попробуй. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Хедшот. Отличненько. Итак, шея. Шея нам не нужна. А это мы убили кого? Это мы убили... Вот этого парня, с него на нас, к сожалению, ничего. А дальше красавица, с которой на нас, по всей видимости, тоже ничего, да? Печалька. Прискорбно. Так, куда нам дальше идти? Ага, ясно.
Танк решил напасть на этих кентов. Оу. Сейчас будет хард. А не, не сагрились. Зал. Yes. Так. А ну иди сюда. Так, надо бы быть осторожным. Сейчас по-любому уже сагрятся те пацаны. Так, давай, давай. Ёлки зеленые. Вот это выписали мне. Пинять. Метеорит я какой-то словил на 18 косарей, похуна. Так, красавица. Бобик. Забавные бобики. Раз, два, о, успел выдать кинжал. Да что ты будешь делать? Ну, не откажусь от такого, он все-таки при надевании. Так, ну и теперь босс. Босс понос, да? Поехали. Давай, раз, давай, два. Отлично. Ух ты, какая кожа. 28 ловкость, 43 вынос. Было бы, конечно, неплохо ее взять себе. Не откажусь, нажму. У нее item level, конечно, крайне высок. Ну, сейчас нагрим, ой, нагрим. Я и говорил, нагрели. Так, ну пускай они там дерутся, а я тем временем огненных элементалей побью. Так, а что меня хилять будут, не? Я, конечно, понимаю, что это... Ханта лечить не обязательно. А ну-ка, и чё он там сейчас? Всех нокаутирует? Красава. Вообще там всех перебил. Ох. Давай, зал. Отлично. И лук. Ну, ну что ты будешь делать? Мусор всякий выпал. О, а вот и гнома, который дал бы мне квесты. Прикончите так, чертоги испеления. Ладно, мы его возьмем, но я думаю, как он сказал, мы еще увидимся, да. Что ж, ливаем, и сейчас зарегаю еще одну случайно, найти группу, посмотрю, что тут мне в сумочке выпало.
Запястья. Трехсотые, да, левелы там. Одену. Так. 272 левелы там, а здесь тоже можно одеть. 158. Понятно. Быстро. Очень быстро. Мне бы хотя бы распродаться кому-то. Я даже и не ожидал такой быстрой реакции. Торговцы есть какие-нибудь? Ага, сейчас. Со всех сторон одни торговцы. Подземка, что делать? О! Другое подземелье сразу. Неожиданно. Ну что ж, значит, будет в одном видео у нас, друзья, сразу несколько. И я бы и сам хотел свернуть шею этой морской ведьме, но должен прикрывать тебя сзади. Не разочаруй меня, Лариэль. Будем стараться не разочаровать, товарищ начальник. Идем. Квесты будут, нет? Так, где мы и что мы вообще? Тронт. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу, аккуратненько. Так, трон приливов. Где-то на загадочных просторах бездонной пучины находится трон приливов. Подводное царство великого владыки стихии Нептулона. Так, долгие годы он защищал свои территории от чужаков, но недавно ему пришлось столкнуться с серьезным противником. Ему угрожает целая армия безжалостных наг и безликих прислужников, которые намерены изгнать хозяина приливов и разорить его владения. Ага. Понятно. Хорошо, что по шмоту? О, так тут, блин, вообще можно зарядиться. Аксессуара 2. Неплохо, очень даже неплохо. А что у этого охотника? Он так... Ага, ясно. О, какой-то квест или что это? А, свиток высокорожденных. Ну и что, она нас наверх повезет, нет? Да, крутим педали наверх. Не ори. Так, леди Назжар. Ой-ой-ой-ой-ой. Это была ошибка так пробегать. Причем большая, чуть не выхватил по лицу. Блин, а? Лупь, а куда ты лечить собралась, а? Мерзавка. Так, а где мой Рекс? Ой, меня в краба превратили. Ага, так мой Рекс не умер, он просто где-то слакает. Ага, жалкий планктон уже прям возле тебя стоит. Жалкий планктон, а? Он разговаривает, как она некрасиво-то, а? Опа. Беру. Подвесочка-то ничего такая.
Но я не выиграл. Ну что? Так, я начинаю, в общем, с хилеров, а там потом всех остальных разнесем. Так. Наверное, стоит этих. Мне нужна цель. Не подходи. Да давай. Ладно, он их сам всех убил. Мне нужна цель. Хорошо, и он ждет нас уже. Леди. Леди, миледи. Ага, ясно. Так, а где вот этот товарищ? Он здесь? А, да, здесь. Ну, может, пора зайти уже внутрь? Ман, оу, там хила так что просадили. Мда. Все прискорбно. Интересно, развалят они без хила? А может быть и развалят даже. А может быть и нет. Если... Хотя, в принципе, если пал отлечится сейчас-то... Должно получиться. Что, мана есть у него, чё не лечиться? Давай, красава. Ух. Так, а куда нам дальше? А дальше нам на выход, по-моему. Правильно? Или нет? О, видео. Ничего себе. А, тут безлики еще везде. Ах ты, блин. Какая штука. Так,
Понятно. Там он командир. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ха. Добыча. Плащ какой-то. Сила. Очень ничего особенного. Так, а нам вообще куда? Ну да, вроде сюда. Что там? Можем прыгать, по идее. Кью. Хлоп. Замечательно. Да. Надо подождать. Мне нужна цель. Это заклинание еще не готово. Вау. Давайте покинем тело, прибежим сами. Так, мы бежим, бежим, бежим. Никак не добежим, а? Паладин бабл прожимает. Походу у них там все нормально. Ого. Неплохо. Ух ты, ё-моё. Так, но я не хочу их трогать сейчас. Как знал ты? Опа, штанишки. А это чё, палец? 17 ловкость, 26 вынос. Беру. Как обычно, не выиграл. Так, ну-ка, ехали. Чё смотреть-то на них? Я пока не могу прочитать это заклинание.
Ох. Благо есть прыжочек, которым можно отлететь. То вообще все плохо было бы. Есть у меня некие сомнения, что это в пределах нормы так падать. Ну что, поехали? А че у меня нет такой возможности? А может и есть, я просто не в курсе. Ага. Благодарю вас. Я пока не могу. Простите меня. Я слишком ослаб. И не смогу помочь. Блин, на кого ж еще, как не на меня? Зал. Отлично. Ну и опять шапка, ладно. Продолжайте без меня. Я присоединюсь к вам, как только восстановлю силы. Окей. Азумат, ага, финальный босс. Из него на меня 4, ну, грубо скажем, 3 шмотки падает. Будем надеяться, что-то получу. Так, элементали. Я пока не могу прочитать это. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это. Мне нужно. Так, что там танк делает, непонятно. Сейчас надо подождать. У меня нет цели. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. А, прикольно, у меня оно автоматом прям так апнулось. Круто. Очень даже лежать. Нептулончик, здравствуй. Но вы можете пожалеть, что пришли сюда. Мы готовы, Нептулон. Когда я очищу эти воды, пробудятся прислужники скверны. Берегитесь. Окей. Я пока не могу прочитать это. Это заклинание еще не готово. О, и ползет еще одна нечисть. Слишком далеко.
могу прочитать это. Так. Что-то тут ненормально. Терпение, гости мои. Воды почти очищены. Ага. А где ж тот, который здоровый такой, с щупальцами парниша? По-любому сейчас приплывет. Прыжочек. Ну-с. Ага, он уже идет какой-то. Чудовище вернулось. Оно не должно осквернить мои воды. О, понеслась. Это заклинание еще не готово. Так, надо только развалить. Использовать эту способность. А, у меня Рекс умер. Это заклинание еще не готово. Еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, давай надо баф получить, а то не дело. Ох, нормал. Силушки дали богатырской. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Не сейчас. Круто. Трон приливов пройден успешно. И так, беру и не откажусь. Поглядим, может, выиграем даже что-то. Все, покидаем подземелье. И думаю, на этой ноте, друзья, можно и остановиться. Потому что и так мы тут сильно уж много подзатянули. В общем, всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте поддержать видео лайком, оставлять ваши комментарии и подписываться на канал, кто еще не подписался. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.